Я знаю, что попросил один талантливейший гитарист. Наверное, вот это умение, благодаря которому им удалось поставить рекорд. Но об этом подробнее расскажет Стефан Филатов. За секунду в мире рождается 6 детей. Всего одно мимолетное мгновение, и молния совершает 5 ударов. О том, что можно успеть за столь короткий промежуток времени, как никто другой, знает Сергей Путятов. За одну секунду мужчина способен сыграть на струнном инструменте 34 ноты. Недавно Международное агентство регистрации рекордов Interrecord и тематический реестр России признали его самым быстрым гитаристом в мире. Проверить и зафиксировать такое достижение – задача непростая, и подход к ней нестандартный. 340 нот, рассчитанных на 10 секунд. Вот. В этом квадрате здесь я играю 34 ноты, в этом квадрате я играю 270 нот, в этом квадрате я играю 35 нот, здесь вот я все расписал. Угу. Добавляем еще одну нотку, заключительная часть, ну, называется кода. На достижение такого уровня мастерства мужчине понадобилось 30 лет. Уже во втором классе Сергей был участником инструментального ансамбля. После школы поступил в музыкальное училище, где освоил саксофон, пианино и ударную установку. В конце концов остался верен гитаре, одухотворяет ее, а страсть к игре растет год от года. 5, 4, 3, 2, 1. Ведома гитарными мотивами и Наталья Прищепа. Авторской песней занимается большую часть жизни. С Сергеем спелись быстро. Есть и совместные произведения, и множество запоминающихся историй. Большая часть из них связана, конечно же, с выступлениями. Он уходит в раш, он начинает такую испану гнать на гитаре. Ну, это просто круто. Но при этом это остается мороз-мороз? И при этом это остается, ой, мороз-мороз. Люди поют, люди просто в восторге, подпевают, конечно же. Надо сказать, что таких оваций я не слышала, пожалуй, больше никогда. Именно испанские мотивы с неповторимыми рифами и уникальными техниками – любимая музыка Сергея. При этом самый быстрый гитарист в мире открыт современной поп-эстраде, классике и року. Любого профессионального гитариста отличает умение на слух за считанные секунды подбирать музыку. Сейчас мы узнаем, может ли так Сергей. Так, вместо слуха, да? Да, да, да. И... Поставить в тупик мирового рекордсмена не так-то просто. После такого, кажется, и комментарии не нужны. Настоящему виртуозу все по плечу, и даже мировой рекорд. Стефан Филатов, Руслан Хохлов. Утро нового дня.